Аркаши, да, один поедет до Москвы. Один. Да я другой контент поснимаю. Ты передал деньги, хочу блять ТВ серому. Да, передал, передал. Передал. Не, Глеб Тошик, я завтра утром в Москву лечу. Завтра утром в Москву лечу. Вот, в Шатуру заеду кое за какими документами. И это. И потом. Ночью с Москвы. Утай. Почему так резко плавно поменялось? Да просто как контент поснимать. Просто скучно, ребят. Вы плохо смотрите. Плохо смотрите это. Ну, просмотры, как говорится, не особо. Вам дорога это приелась. Просмотры все меньше. Вот, пока есть возможность поснимать. Там, тем более, в Таиланде сейчас лето, не сезон, там все подешевле. Поснимаем другой контент. Как расте. Спасибо, ребят. Всем спасибо за лайкосики. А Аркаша, да, доедет один. Он сперва доедет, как этот город у тебя называется? До Оренбурга, потом уже до мантии своей доедет. А, красавчик, не, я завтра утром прилетаю в Москву, доеду до дома, до Шатуры, чтоб маленечко там кое-какие документы возьму, и все это, и ночью полечу. А у меня загранпаспорта нету. У него загранника, да, нет. И все. У него загранника нет, был бы загранник, полетели бы вместе. Свинуть, конечно, буду, конюшни из Таиланда буду. Конечно буду. Вот так же буду Серому помогать, ребят, вы не переживайте, так же самое все буду помогать Серому, там поддержку оказывать ему. Аркаша тоже со своего канала, в свою очередь, тоже будет собирать там донат какой-никакой Серому. Вот, я буду собирать. Как бы все это как было, так и будет, ребят. Вы не думайте, что... Типа, я тоже, в общем, будете там говорить, вот уехал, Серого бросил. Я, блин, что, должен палатку поставить возле сезона, как начала, что ли? Я бы и поехал, полетел снимать свои влоги Серому, как помогал, так и буду помогать. Как скидывал деньги, так и буду скидывать. Вот, а Аркаша будет снимать свой контент. Поедет на ласточке дальше. Я там разноображу контент, да. На дороге, то есть там будет весело. И ночевка на улице, и готовка на улице, прикольно что сделаем. И все это. Аркаша будет снимать контент на Жиге. Жига ему остается, как бы он. То есть он вопросов никаких ко мне не имеет. Я тоже к нему никаких вопросов не имею. Вот, ты же, как говорится, не имеешь ко мне никаких вопросов. Нет, наоборот, благодарен. Все, от души. Как говорится, Аркаша, ко мне никаких вопросов. Я к Аркаше, я ему помог, там, подписчиков. Еще будут ролики выходить. У него машина остается ему. Все. Апостол Павел, привет. Апостол, здорово, брат. Апостол, здорово, как здорово. Это. И ПТС-ку у тебя будешь? Нет, я даже, модератор Адыгина, я даже в глаза не видел документы. Все, у Аркаши там где-то я. У Аркаши все документы где-то, я не знаю. Я даже в глаза не видел. ПТС-ка, СТС-ка, хуй. А я что, я смотрю, у меня просто просмотры уже людям приелись, люди пишут, типа, уже это одна и та же дорога надоела, снимай что-нибудь там, снимай то, снимай все, там, с медведями подерись, с тиграми поборись. Красавчик, спасибо, что распечатал шкалу доната. Спасибо, что сорвал целочку. Аркаша, как же ты дальше без Гриши поедешь? Вы же как и я не же. Да не, нормально, покачусь пятьком. Так а что мы теперь должны... Как инь-янь теперь до седых яиц ехать? Инь-янь. Спасибо, брат, спасибо, что распечатал шкалу. По красоте. От души, как говорится, сорвал целёхочку, от души по красоте. Не, Наташа, я не на поезде, я на машине дальше поеду. Наташа, придется людей до тебя составлять компанию в поездке. О, это вообще, Ната, это бомба будет просто. Наточка. Если ты прилетишь, это будет просто бомба вообще. Просто пушка. Мы сразу в Сочи бомба. Отсюда поедем. Вообще, сразу. И ты, кстати, можешь тоже свой канал завести. Сразу, у тебя сразу 10 подписчиков будет. А если у тебя еще есть и права, то вообще круто. Вообще, просто. Это, кстати, вот идея фикс.
Я же вам даю, наоборот, как говорится, простор для этого, для контента. Или ты с кем-то раз собрался? Один лечу. Кто в Таиланде есть, ребят, пишите. Может, с кем-нибудь встретимся по красоте. Ты что, замируетесь? Не, Надочка, один лечу, отвечаю. Шарамыга, да, присоединяйся, каркаш, да и все. Шарамышка. Парасюнатик, вы же как муж и жена. Жди, пока Акаша сделает загранник и полетите вместе. Так вот, как раз он сделает, и ты это с ним сможешь полететь. Как раз он сделает, ты с ним сможешь полететь по красоте, все. А я на бутылке, брат, лечу, на бутылке. На коптере, да? Да. Гриша, не ложись на тайге сверху, убьешь ее. Аркаша лицо дикое стало. Я что, да. Гриша, мы же обсудили все сначала. Модератор Радыгин, да и чего ради-то, с чего ему что-то обидно? Ну. С чего ради ему что-то обидно, ребят? Почему вы думаете, что кому-то что-то обидно? Никому ничего не обидно. Какого... Если было бы обидно, я бы сейчас здесь уже не сидел. Уже на поезде. Поставьте лайкосик, ребят.